Если вы будете высаживать чеснок в зиму, его нужно обязательно обрабатывать. Этот процесс подразумевает вымачивание зубчиков чеснока в специальном растворе, который поможет обезопасить посадки от грибковых болезней и поможет вырастить большой урожай. Для этого можно использовать и покупные фунгициды, и народные средства. Первое – это зольный щелок. Использование этого средства убережет ваш чеснок от нематод. На одно ведро воды необходимо растворить 200 граммов золы. Тщательно размешать и замочить в растворе чеснок. Так удастся убить всех круглых червей, прячущихся в головках. Второе средство – это марганцовка, один из популярных препаратов для замачивания чеснока и дезинфекции грунта. Раствор перманганата калия может уничтожить грибки, патогены, вредителей, негативно влияющих на ваши посадки чеснока. Особенность марганцовки заключается в ее дешевизне и отсутствии токсичного эффекта для растений и человека. Третье средство – это медный купорос, тоже очень популярный дезинфектор семенного материала, который уничтожит все патогены, поражающие ваш посадочный материал. На литр воды разводим 5 граммов медного купороса, размешиваем и опускаем в раствор головки чеснока на 10 минут. Из покупных средств могу отметить биологический препарат «Фитоспорин-М». Это системный противогрибковый препарат, который разводится по инструкции для поливания лунок перед высадкой чеснока. Как правило, разводят в пропорции 1 к 10. И последнее средство, которое могу порекомендовать, это обычная кухонная соль, простая и доступная. На литр воды надо растворить 30 граммов соли и 5 граммов соды. Все ингредиенты перемешиваем и заливаем раствором чеснока на 10-15 минут. После замачивания все головки должны высохнуть натуральным образом. Только при качественной обработке зубчики перенесут зимовку и порадуют вас большим и здоровым урожаем.